всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На проекте появились новые участники. Две девушки пришли к Андрею Черкасову и к Николаю Должанскому. А также пришел новый участник, взрослый, красивый, образованный, интеллигентный, по словам Саши Харитоновой, бизнесмен. Все девочки от него в восторге. Ализа Шароха покинула проект. Она написала в соцсетях: «Я ушла с проекта, Дом 2 очень крутое место. Мы обязательно будем видеться. Я встретила того самого, и я счастлива». Этот пост Шароха написала в день смеха, поэтому большинство подписчиков ей сразу и не поверили. Лиза была на проекте 8 месяцев, она пришла к ВАСО, но самые яркие отношения на проекте у нее были с Николаем Барановским. Лиза так и не встретила здесь свою настоящую любовь, зато обзавелась новым бюстом бесплатно. Татьяна Владимировна и Марина Африкантовы все-таки покинули Дубай. Вернется Марина с мамой на проект или одна, пока неизвестно. Татьяна Владимировна рассказывает: «Нас встретил муж, встретил хорошо, нам с Мариной купил много сладостей, теперь опять толстеть. А чуть позже сказал, что недоволен сценками. Я ему ответила, что недовольства не должно быть, народу понравилось все». Кстати, Африкантова-старшая изменилась до неузнаваемости. Это отмечают многие ее поклонники. Напомним, что она проходила процедуру омоложения у мужа Татьяны Киоси, и таким образом она очень даже неплохо отрекламировала его клинику. Игорь Трегубенко и Элла Суханова снова ссорятся. Как вы помните, Элла вместе со своей мамой решили, что будущая теща Игоря полетит вместе с ним на Сейшелы. Так вот, Игорь категорически против. Он считает, что справится с организацией свадебной церемонии самостоятельно, а Элла не хочет отпускать жениха на остров одного. По словам продюсера реалити-шоу Алексея Михайловского, совсем скоро Дима Дмитренко сделает Оле Рапунцель долгожданное предложение. Ну а пока Оля жалуется на непостоянство Димы. Она пишет: «Он то хочет быть со мной, то расстается со мной. Ночью без камер говорит, что видит меня своей женой и хочет детей от меня, а утром все по-другому, как будто человека подменили». Оля рассказала, как Дима ее разыграл. Он дал ей свою карту, сказал: «Езжай, выбирай кольцо», а в итоге оказалось, что на карте нет средств или она заблокирована. «И разве это любовь?» – спрашивает Оля. «Я выгляжу наивной дурой». А на поляне Алекс Гулиев все никак не успокоится. Он проходится по внешности своей бывшей девушки Русланы, называет ее некрасивой и этим доводит Руслану до истерики. А теперь о бывших участниках проекта. Мария Чужакова увеличила себе бюст. Поклонники недоумевают, зачем ей это, куда увеличивать-то, и так нормальная грудь была. Алиана Габозова сменила образ, но ее поклонники изменения не оценили. Вот самые приличные комментарии. «Жуть, ужас, прибавила возраст, губы ужасные». Настя Киушкина и Олег Бурханов ходили вместе на концерт. Поклонники были бы рады видеть их парой и сразу стали додумывать, что они снова вместе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!